Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. И в данный момент как раз-таки у нас есть нож, и мы можем добывать те предметы, которые не могли добывать без него. Я вот не знаю, правда, как это делается, но эта штука не добывается. То есть, окей, я думал, то, что добывается, с помощью нее можно будет отрезать, как помните, грибочки мы всякие резали, которые наросты, или как они там называются, в первой Subnautica. Но здесь, видите, такого нет. Окей, давайте заберем тогда вот эти вот ресурсы, которые были здесь. Опа! Это все не режется, видишь, то есть как ты сильно ее бы не нажимал эту кнопку, ничего не произойдет. Хорошо, кварц забираем. То есть все ресурсы, которые здесь будут, тоже нужно будет подзабирать их все. Вот эти вот сейчас растения, которые растут, попробуем тоже порезать, может быть, что-нибудь с ними будет. Не, с ними вообще ничего нету, то есть это непонятно что, для чего они здесь сделаны. Смотри, это что такое? Это же не пингвины, это что-то другое. Другая форма жизни уже. Это как пингвиноскаты. Просто пингвины очень похожи на них. По текстуре и по всему остальному. Именно на этих существ. Вот, смотри, вот. Нифига себе. Привет, ребят. Посмотри, какие у них эти рты. То, что на верхушке, видите, это рот. Вот он, рот гигантский. Как страшно выглядит. Окей, допустим. Хорошо, собираем, ребят, ресурсы. Пока что вообще нет у меня даже представления, что можно сделать. Буду сейчас просто по возможности собирать то, что я не собирал. Ну и собирать то, что даже собирал. У нас где-то здесь были водоросли, я их найти не могу, как вы видите. Вот эти вот щупальца гигантские, не знаю, что это такое. А, вот водоросли. И, разумеется, водоросли мы сейчас тоже соберем. Соберем. Если собираются они вообще. Ну, вроде собирается что-то. Да, собирается, смотри-ка. Но что с ними делать потом? Это, конечно, интересный вопрос. Так, хорошо. Водоросли немножко собрали. У нас, кстати, уже даже нету места в инвентаре. Учитывая, сколько мы их собрали. Они дофига занимают. Целых 4 слота, если не ошибаюсь, да? Да, 4 слота. Ну ладно. Печально, печально. Очень много они занимают. Так, ну каких-то монстров таких, чтобы прям бояться их, я не вижу. Какие-то фрагменты, их, разумеется, нужно будет изучать. Для того, чтобы их изучать, разумеется, нужно будет взять сканер. Ой. Дайте кислороду. Сканер, чтобы взять, нужно найти батарейки. Не найти, а, разумеется, сделать их, скрафтить. Это все очень-очень много времени у нас займет. Ну, или, по крайней мере, должно занять. Может быть, мы даже справимся быстрее, если я пойму, что нам действительно нужно. Какие ресурсы нам сейчас, конечно, первоначально нужно собирать, по возможности. А какие не нужно. Фух. Застрял почему-то. Так, ну давай смотри, что я могу сделать с водорослями в инвентаре. Могу сделать такую фигню. Не знаю, что она делает, но я ее сделаю. Из 5 водорослей, кстати, крафтится. Ну, давай поглядим. Что это такое? Нифига себе. Ну, это важная вещь, кстати. А я могу ее забрать? То есть я могу ставить такие маячки, получается, с помощью нее. Интересно. Минус 5 водорослей сразу. Not bad. Так. Ну, она, видишь, диски оставляет. Максимальное количество это 20 дисков per PS. Что это значит? Что эти диски делают? То есть просто оставляют там след или дают еще какие-то возможности? Непонятно. Так, давай сделаем рыбок. Приготовим. И сразу же съедим, потому что они портятся, это, разумеется, не особо интересно для нас. Смотри, мы можем сделать из купера и вот этой вот штуки батарейки. Разумеется, мы сейчас это и сделаем. У нас есть купер, то есть медь, и мы сейчас этим и займемся. Хоп, 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 готово. Есть одна батарейка. Что мы можем теперь сделать с помощью батарейки? О, сигнал какой-то мы нашли. Угу.
Ожидаю следующего, короче, ящика. Там будут всякие нужные для выживания вещи. Короче, в твоем худе теперь будут координаты. Ожидай. Хорошо, он your hood. Ну окей, нам сейчас нужно что скрафтить? Нам нужно вот такой вот, наверное, баллон скрафтить. Хотя, что мы сейчас сделали? Мы взяли батарейку. Нам нужно сделать сканер. Сканер как раз таки у нас доступен теперь. Все, супер. Ебой! Смотри. Вот он, наш любименький сканер. Сколько я его жду. Его сплаваем куда-нибудь вниз. Найдем вот этот вот шарик. Или не вниз, где у нас шарики эти были. И, разумеется, попробуем отсканировать. То есть, действительно ли мое предположение было верным? Что вот эти вот шарики... технологические, да, так назовем их. Они как раз-таки... должны... сканироваться. Вот эта штука точно должна сканироваться. Я ее, кстати, не замечал. Вот только сейчас, когда у меня появился сканер, мы ее заметили. Так, это какая-то Sea Glide. А, это та штука, с помощью которой мы будем плавать быстрее. Ой. Ой-ой-ой. Задыхаемся потихоньку. Видишь? Надо мной льдина. И сейчас можно было спокойно задохнуться. Я не знаю, что-нибудь еще можно изучить? Так, соль. Ну, туда я не поеду, не поплыву. Это сейчас немножко опасненько для меня, потому что у меня сейчас не будет кислорода. То есть собираю то, что здесь есть внизу. Вот, вижу. Вот этот вот шарик. Граф трэп. Вот так он называется. Гравитационная ловушка, так назовем ее. Ну, скорее всего, так и переводится. То есть, одна из двух. Я так понимаю, вот эту штуку я сейчас отсканирую, у меня будет два из двух? Ну да. Ебой! Гравитационная ловушка есть. А, я это тоже могу, кстати, изучать. Супер. Все вот эти объекты, видимо, и рыб, и так далее, я вообще могу это изучить. Так, графтрэп мне еще один не нужен. То есть я уже изучил один графтрэп. Второй мне уже не изучится. Смотри, вот рыба, к примеру, хопа. Сканируем, видишь, она хопа. И в датабейс добавляется. И в датабейс добавилась. Только видите... ой, а это что? Это кто оставляет? Давай-ка вот это вот, пингвиненка нашего изучим. Если мы его догоним, разумеется. Что навряд ли, в принципе. Как вы видите, они гораздо быстрее, чем я. Опа. А я их могу забирать? Серьезно? А зачем я его забрал? Пинглинг. Офигеть. Их можно забирать, прикинь. Я не думал, что их можно будет забирать. Я понимаю рыбу забрать, да? Но пинглинги, они же гораздо больше, чем рыба. Но здесь их тоже занимают один слот всего лишь. Ну окей. Короче, Sea Glide. У нас здесь лежат эти части. Его нужно тоже искать, повнимательнее смотреть... то, что здесь находится. Ресурсы все тоже собираем, потому что потом у нас настанут моменты, когда у нас их не будет хватать. Хотя это всегда будут такие моменты. Моменты, когда у вас всегда есть ресурсы. Это очень редкие такие моменты, если честно. Так, вижу вот эти вот вкусняшки. Давайте одну изучим. Ribbon plant. Не знаю, как ribbon переводится. Ну, короче, растение какое-то. Рибонновое растение. Так, вот эту штуку забираю, потому что это будет водичка. Вот это что такое? Это можно добывать? У меня есть, в принципе, да, уже какая-то цель. Маячок какой-то, но пока что, видите, я не планирую туда идти. Это граф плент. Давай-давай-давай, плыви-плыви-плыви-плыви, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее, 3-0 и... живой. Тик. Все это собираем, забираем. Что-нибудь еще есть? Ну видишь, ничего нового я сейчас, по крайней мере, не вижу. То есть я вижу все те же самые объекты, которые видел до этого. Нужно просто, видите, дальше и дальше заходить.
чтобы находить все новые и новые вещи. Предметы какие-то. Ой. Вот я уже что-то нашел, ребят. Там что-то плавает. Что ты такое? Это рыба? Это рыба! Рыба-дыра, прикинь? Так она называется. Ну, в принципе, да. Действительно дыра. Офигеть. О, эти штуки надо забрать. А может быть, эта рыба-дыра и была вот это? То, что там находилось. А, инвентарь полон. Давай тогда изучим. Оп. Инвентарь полон. Давай посмотрим, сколько у нас в инвентаре всего. Да говна у нас всякого вообще, ребят. Навалом. Но моя сейчас вылазка все-таки первоначально не для того, чтобы насобирать что-нибудь, а чтобы поизучать. Вот, к примеру, вот эта вот штука. Это по-любому что-то опасное. И она оставляет, как вы видите, эти железячки. Она оставляет железячки, ребят. Так, здесь лед. То есть мы сейчас выходим сюда. Я не знаю, может быть, сюда вернуться попробовать. Вот эту штуку надо изучить тогда. Пинокарит. Мне кажется, это как раз таки хищная какая-то рыбина. Ну, на 100% я, конечно, говорить не буду. Потому что я не уверен. Так, заберу кварц. Во! Сиглейд. Еще одна штука осталась такая же. И у нас будет сиглейд готов. Ну, точнее, не готов. Мы сможем его построить. Так, не смог взять, потому что инвентарь полон. Мы сможем его сделать, учитывая, если нам хватит ресурсов. Хватит нам ли их? Я не знаю. Так, какая-то новая рыба. Такую я не видел. Она, кстати, быстрая довольно-таки. Или я видел такую. Но они все какие-то то одинаковые, то чем-то отличаются все время. Может быть, из-за освещения. Вроде бы похоже, да, на те рыбы, которые мы уже ловили, на тех рыб. Ну окей, ну ладно, давайте вернемся, хоть скинем все это говно, которое у меня сейчас собралось. У меня собралось много всего. Нам сколько метров? 200 метров? Нифига себе, мы уплыли, ребят, с вами. Далековато, если честно. Инвентарь у меня полон, смысла даже сейчас куда-то засматриваться нету. Есть смысл засматриваться, чтобы найти сиглейд, который я могу изучить в итоге. А если мы его изучим, ребята, это будет значить то, что мы будем передвигаться в десятки раз быстрее. Это будет гораздо удобнее для нас. Хорошо, давайте тогда сейчас тогда все говно скинем. Нам сейчас вообще абсолютно ничего не нужно, кроме единственного, это наших инструментов, то есть ножик там, сканер и все остальное. И, разумеется, еды, наверное, тоже надо сейчас сделать. Воды, в принципе, у нас, думаю, достаточно. Хотя, наверное... А, еды мы хотим сделать. А из пингвина можно сделать еду? Давай поглядим. Нельзя. Нельзя из него еду сделать. Вот, граф Трэп. Использует какой-то артифициал гравити, какую-то специальную гравитацию используют, чтобы захватывать свет объектов и маленьких созданий. Не знаю, что это значит. Короче, он будет захватывать, видимо... Ну, короче, ловушка. Просто ловушка, так называемая. Сделаем воды, потому что можем. Оп. Вот и все. На самом деле еды у нас сейчас достаточно. А вот воду надо постоянно делать. Так что за водой обязательно следить надо. Так, я все скинул ведь? Да, я все говно скинул. То есть ресурсы можно, в принципе, собирать. Не запариваться. Так, пойдемте подышим. И сейчас соберем еще вот это говно. Хотя, мало ли, туда, куда я сейчас направляюсь, там будет куда важнее ресурсы, чем то, что здесь мы находим. У нас потому что резины очень много.
Нам она, в принципе, сейчас особо не нужна. Вообще тишина какая-то, да? Вообще никаких звуков. О, нифига, тут станция целая. Так. Все, здесь больше ничего нету? Мы нашли блюпринт, ребят, это чертеж. Что за блюпринт? Давай посмотрим. Мы нашли блюпринт нового этого. Кислородного баллона. Окей. И все, да, получается? Сиглайт у нас так и не открыт. А зачем мне кислородный баллон-то? Он мне не особо-то и нужен. Может быть, здесь что-то еще есть? Или я просто могу здесь что-нибудь построить? То, что я могу здесь что-то построить, конечно, это, скорее всего, даже факт. Потому что это у нас платформа. Ну как я что-то построю, если я ничего не умею строить, правильно? О, Сиглайт. Готово. Теперь мы можем его сделать. Но будем ли мы его сейчас делать? Скорее всего, нет. Давайте еще немножко поплаваем. Его постоянно перезаряжать придется. О, нифига, здесь какая пещера. Погляди. Здесь, наверное, опасно будет. Blood Root. Кровавый стержень, корень. Из него ничего нельзя добыть. Я даже не знаю, стоит ли туда идти сейчас. По-моему, нет. То есть не сейчас уж точно. Попозже. То у нас ни кислородного баллона, ни вот это вот ускорялки. Сиглайда, да? Сейчас вернемся домой, скорее всего. Здесь есть вроде бы что еще поизучать. Это что же Сиглайд, да? Да. Так, может быть, еще какие-то части здесь лежат. Но на меня пока что никто не нападает, то есть я как бы боюсь некоторых, да, существ. Специально не подплываю близко, но вроде бы они не нападают. Вроде бы они дружественные. Я нифига не вижу, если честно. Вот вам и ночь, так называемая. Хорошо, заберу вот эти штуки. Нам надо еды еще забрать. Что, не забирается? Нам нужна еда. Сейчас обязательно нужно еду искать. Потому что еды нифига нету. Как бы мне она сейчас не особо-то и нужна, если посмотреть. Так, так, почти. Почти схватил. Ура. Просто в непроизводном... В непроизвольном порядке она как-то... Плывет. То в одну сторону, то в другую. Так, и разумеется... Смотри, какая льдина гигантская. Я могу проплыть только под ней. Другого варианта я просто нету здесь никакого, не вижу. Так, ну ищем. Ищем еще какие-нибудь объекты. И, разумеется, еды. Близко не приближаюсь. Вот, видишь, здесь можно вниз тоже спуститься. Здесь есть пещерки какие-то непонятные. Это... Вон, что-то там еще. Но это Графтрэп, наверное. Это Графтрэп. Ой, светло-то стало-то как... Неужели утро? Вот непонятно, то утро, то ночь. Вы уж определитесь. Вообще ничего нету. Звуки какие-то. Все, собираю. Ну почти же. Нифига себе, они шустрые. Я попасть не могу, блин. Во. А, инвентарь полон? Ну окей. Так уж и быть. Доставили меня пойти домой. Все-таки заставили меня, ребят. Так, хорошо. Да это что такое? Это растение. Я уже думал, опять какая-то
новые технологии. Ну, так понимаю, больше всего технологии мы сможем найти как раз-таки на каких-нибудь таких станциях. Новые блюпринты и так далее. Это все там где-то находится. Так что я думаю, что здесь мы уже ничего такого сверхъестественного интересного не найдем. Разумеется, скорее всего, сейчас сделаю ту самую штуку. Ловушку. Только надо узнать, как она делается. Вот этот вот... я не знаю, смогу я его сделать. То есть мне сначала нужно два титаниума и фибермеш. Давай смотреть, как фибермеш делается. Фибермеш делается из водорослей. Мы сейчас пойдем с вами за водорослями, значит. И сейчас надо сделать тогда... из этой штуки... резину. Потому что эта штука сама по себе занимает много места, резина занимает гораздо меньше. Так, давайте сделаем стекла еще пару штук. Две штуки сделаю стекла. Ну, мало ли потом понадобится. Просто ресурсы-то тоже дофига места занимают. Так, хорошо, готово. Разумеется, все это скидываю. У нас очень много говна, как вы видите. А, у меня даже нету места уже. Настолько все плохо. Относительно, да? Ну окей. Но я могу, в принципе, сделать ящик. Я не знаю, могу вообще его сделать, нет? Построить. А, у меня же нету даже этого инструмента для постройки. Угу. Даже его нету. Окей, тогда выходим. Идем просто-напросто за водорослями. Не помню, где они находятся, но вроде бы где-то в этом направлении. Сколько сможем взять, столько и возьмем. Вот водоросли. Так, микрофибра какая-то нужна. Если она так называется. А вот эту штуку могу сделать? Да, это тоже водоросли. А, нифига себе, они исчезают потом. Инвентарь фул. Быстро мы его заполнили, если честно. Возвращаемся. Заодно сейчас посмотрим, для чего... Точнее, что использовать для того, чтобы сделать глайдер. С помощью которого мы будем путешествовать гораздо быстрее. Так. Ну, видишь, никаких мне, в принципе... Там что-то нужно было сделать, но я так и не понял, что там вообще нужно было делать. Так, всего 5 штук мы взяли. Берем, делаем фибры. Как они там делаются? Вот, хоп. Что произошло? Раз. Два. Ну, 2 штуки можем сделать только. Готово. Эта штука делается из батареи, любриканта, купера и титаниума. У нас вроде бы всего хватает, если посмотреть так. Дальше смотрим. Можем сделать медик. Медикаменты. Хорошо, но мне пока что не нужно. У меня и так жизни достаточно. Берем по несколько штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этих мне хватает. Эти штуки тоже возьмем. Штучки 4. Купера возьмем штучки 4. И кварц мне, в принципе, не нужен, да. Чтобы сразу скрафтить то, что нам надо. Смотрим. Тулс. Нож можем скрафтить, нам не нужен. Нам нужна вот эта вот штука. Кислородный баллон. Есть. И можно сделать вот такой вот кислородный баллон из этого кислородного баллона. А, у меня инвентарь полон. Ту-ду-ду-ду. Ну ладно, скидываем все говно. Которое мне не надо сейчас. Так, это скинем. Это скинем, кварц скинем. И водоросль скинем. Мне дали новый блюпринт. Супер. Маяк, так называемый. Смотри, теперь у нас есть эта штука, мы можем сделать тебе следующий. Не можем? Почему? А так? А если вот так? Вот так можем. Сразу делаем себе второго уровня. Баллон второго уровня. Смотри, сколько у нас кислорода будет. 135. Офигеть не встать. Вот это уже красиво. Надо было, кстати, поесть сразу, как только мы приготовили. Ну ладно, уже поздно думать об этом.
Дальше, что мы крафтим? У нас новые всякие технологии появились. Смотри, здесь у нас появилась какая-то Air Bladder. Что это значит? Я не знаю. Это мы не открыли до сих пор. То есть нам нужно еще изучать. Во, Repair Tool. То есть мне нужно где-то взять кристаллин сульфур. Я так понимаю, в тех пещерах, где был желтый цвет, вот это вот, желтое свечение, там как раз таки оно и есть. Floating Air Pump, тоже какая-то непонятная штука. Да, короче, она делает так, что кислород пойдет по этой штуке, и дальше, видимо, вот эти вот трубы, да, по трубам мы будем распространять кислород с помощью вот этого вот устройства. Также мне дали, видите, вот это вот маячок, мы можем теперь его ставить. Есть также у нас кейс, ну, у нас вроде бы так и так был. Нам сейчас тогда надо скрафтить батарейку, давай сделаем это. Нам сейчас надо скрафтить провод. Что там еще-то было? Лубрикант и титаниум. То есть это уже не надо крафтить, это просто нужно забрать. Лубрикант и титаниум. Готово. Крафтим. Идеально. Просто идеально. Ты погляди, да? Просто с вами, ребят, за целую серию апнулись так, что мама не горюй. Плюс вода. У нас надо выпить ее. Все. Готово. Дальше что делаем? Здесь, конечно, все это надо расчищать. Могу ли я что-нибудь еще скрафтить? Это пока что мне не нужно. Компьютерный чип мне тоже не нужен. Из золота, из кораллов и медной проволоки делается. В принципе, все эти материалы можно достать теоретически. Я знаю даже где. Так. Ну, просто я не знаю, где кораллы доставать. Я их до сих пор не видел. Вот эту штуку, может быть, попробовать сделать. Из батарейки Купера. И титаниума. Делаю батарейку. Один купер, один титаниум. Это какая-то ловушка. Я так понимаю, в нее будут ребята как раз таки попадать. Да, существа. Оп, включили. Но это та же самая ловушка, как и раньше была. То есть они не будут попадать в существа, они будут находиться вот рядом. Да, я помню эту штуку. Это гораздо проще, кстати, действительно. Что-то я сразу ее не поставил. Вот. И это очень упрощает вам задачу в поиске еды. Вот вам вся еда здесь уже. Это существо я, кстати, даже погладить не могу. Жалко. Да, хотелось погладить тебя, дружище. Ты ж не кусаешься? Не кусается вроде бы. Ну, как-то так. Но мне лично очень нравится то, что у нас здесь происходит. Я могу забрать, кстати, ее, но я не буду забирать. Мне нравится то, что мы с вами как быстро развиваемся. Давайте приготовим еды. Блин, я, наверное, зря вот этот вот Bladderfish использовал. Надо было из нее воду делать. Зачем я вообще готовлю? Надо сразу ее есть тогда. Ну все, супер. Лучше ее не готовить. То есть, если вы не употребляете ее, лучше не готовить. Готовите только тогда, когда будете употреблять. Вот есть такая штука, но это ж не то, что я думаю, правильно? Это ж не кораллы, нифига. То есть, кораллы, по сути, они выглядят так же, только они гораздо больше. Вот такие вот дела. Ну, дальше уже пойдем туда. Опять-таки сплаваем. Вот сейчас у меня кислорода побольше. Сейчас мы уже можем гораздо больше всего сделать, придумать. Надо все скинуть, то, что не нужно. В принципе, мне ничего не нужно из материалов. То есть, вот это все выкидываем. А, нету места больше. Ну, окей, тогда так и оставим. Так что, надеюсь, вам нравится эта игра. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании и шап-канал. Это была игра Subnautica Below Zero. С вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем добра.